Доброй ночи, уважаемые зрители, с вами Digital, и сегодня я начну играть в замечательный шмап под названием Икаруга, который выходил на Sega Dreamcast в 2001 году. Это будет переиздание на компьютер 2014 года. Здравствуй, Лич, да, это First Run, и такой софткорный First Run будет совершенно, то есть не рассчитывайте на какие-то тут зубодробительные изыски, вот. Хотя шмап действительно просто зубодробительный. Вот. Итак. А где тут старт? Не знаю, что тут что. Пусть будет аркад. Нормал. Чё творю? Переключаться надо еще успевать, ужас какой. То есть суть в том, что нужно бить белых белыми, черных черными, как-то так. Норм слишком. Чего там норм слишком? Слишком сложно для фестера. Уже два раза. Чё творю? Ох! Щит. Подождите, я не готов. Мать вашу! Так, одна есть. Вторая есть. Адский ад какой-то. Чатик пока не читаю, извиняйте. Блин, зачем сменил? Самая легкость вообще. Легкость. Сложность, ну вы поняли. Так это и есть фриплей. Нормал и фриплей. Что-то подтормаживает.
Грейд Си. Ну, видимо, больше грейда мне и не видать. Тут это, наверное, что, самый последний, что ли? Блин! Чё творится? Чё творится вообще? Единская сила. Мам, дорогая. Щит. Ну, вон внизу написано. Фриплей. Неужели вы думаете, я буду в этот ад играть? Чё там, с тремя контами или сколько там? Мысленно это как? Адский ад. Как здесь-то вообще? Вот ты... Непонятно. По бокам, что ли, летать? Энери Микс! Макс Микс! А я задники как раз разглядываю. Я понял, что ящик уничтожается, только хрен пойми как. Ай-яй-яй-яй, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Обалдели, что ли? Ёп! Перный театр, обалдеть! Лети, чё творится-то? Стреляй противоположным светом, ты понятно. Тут еще переключаться надо успевать, вот в чем дело. А, подожди, противоположным цветом или тем же? В смысле, по белым нужно стрелять черными, что ли? Или по белым белыми? Или я что-то не понимат? То есть вот сейчас вот будет урон больше вот этой вот фигни, да? Вообще как будто урон только тут по мне. Вот этого босса вообще непонятно, как укладывать. Нужно подлетать прямо вот сюда, что ли? Вот сюда вот? Жесть какая. Impossible.
бью, сволочок. Ад. Просто ад. Какой там босс? О чем речь? И тяжко игры, вот вам. Да блин, что я все убиваюсь-то об эту лишню-то. Короче, я не успею. Привет, Найтрики. Не, но ОДФ это не ко мне. А чё грейд Си дают, если я босса не убил? Чё там, не Г какой-нибудь? Далее. Тут вообще не пойми как. Вот здесь вот как проходить-то? Все они на тебя, эти бандуры, летят. Короче. Чё там зарепортили? Чё, куда кого зарепортили? О чем речь, не понял. И при чем здесь дота? Я в доту не играл, так что я не понимаю, о чем речь. Извиняйте. Ай. Ну вот как он, как он? Это же импосибру! Я жив, еще жив, уже нет. Найн. Нифига себе, я еще проскочил как. Убью перный театр! Я их убью! Они останутся. Energy Mix! Почему Микс, а не Макс, непонятно? Босса, я чувствую, я тоже не понимаю. Вообще-то я не очень-то такой. Прям сразу. То есть...
важно. О, очередной ад, да? Вот здравствуйте, вот как вот это-то проходить? Как вот это вот не на фриплей-то проходить-то, скажите? Ты че, упоролся, что ли? Ну, короче. Чё, по этой фигне урон не наношу. Шесть, пять, четыре, три, два, один. Хана. Опять Си. Убиваешь боссов Си, не убиваешь боссов Си. Так вообще без разницы. Давайте читать, что там написано по бокам. Бонус за босса не получаешь? Странно. Тут если стреляешь белым по белыми, как бы тебе урон не наносится, если только ты не попадаешь на сами корабли. Вот. И наоборот, черных по черным. В общем, короче, я не знаю, что тут делать. И куда тут стрелять? Своего цвета, да, не дамажит, получается. Если только ты не подлетишь в упор, забьешься об эту, об белую фигню. Например, как сейчас. Да, тут соль в том, что нужно переключать каждый раз вот эти вот полярности, так называемые. Вот видишь, они меня не дамажат, белые. В общем, адская игра, хочу сказать. Более адового я еще не видел. Ну тут вообще вот. Надо перебить все эти шарики, что ли, или в центр стрелять? Хрен пойми, короче. А, ну это просто выживет теперь, да? Или нет?
Радуга просто какая. Из-за цепочки этих самых подряд, если убиваешь, тебе дается вот такой вот супер. Тут особый склад ума нужен, способность не замечать то, что... Короче, для японцев. Там изи от нормала-то, блин, отличается всего лишь тем, что если ты стреляешь в черных белыми, на изи они тебе в обратку не стреляют. Ой, очередная упорность. Давай на дрейки забегай. Спокойной ночи тебе. Адовый босс. Как и почти все боссы здесь. Я его даже не повредил, по-моему, ни разу. Надо со всех сторон вот эти вот шторки, что ли, открыть. Потом фигачить. Уже 8 секунд, так что аля улю. Орденов дома? Конечно!
интересно, вообще на Ютубе-то есть на Хардино в дамаг Икаруга? Очень любопытно посмотреть. Вот как этот ад вообще? Проходить на новый дамаг. Невозможно же. Из комментариев. Ой, зачем переключился-то? Босс говорит, я дал тебе выжить, чтобы ты дошел до этого места, но сможешь ли ты это понять вообще? Понять и простить. Какой это бардач. Омега, омега, что творится-то? Я даже как-то умудряюсь выживать. Секунд. 10. Или 7. Сильно противоположный цвет больше снимает. Can feel the visible since how can I чего? Не успел. А чё дамаг-то не наносится? Что за фигня-то? Настолько бронированный, что убью собака, конты бесконечные. Чё он тут каждую секунду меняется-то? Это невозможно! 7. 6. Хрен пойми, когда стрелять, когда не стрелять. Каким цветом, каким не цветом. Зимой и летом. Быстро.
на взрывах тут подтормаживает почему-то. Ну правильно, если не уничтожаешь босса, написано босс дестрой бонус 0. То есть бонус-то дается. Нормально, да? Как от этого уходить? Тут стрелять сейчас нельзя вообще, тут просто тайм нужно. Вот 50 секунд выдержать вот этого вот. Вот этого ада. Все, что ли? Эвейсом 3000. И он ее сам убивает, да? Не беспокойся, мы поймем друг друга когда-нибудь. And the life succeeds. И жизнь будет успешной в отдаленном будущем. Все, что ли? О, что, 4 стадии, что ли, все? Как-то маловато. Видите, да. Это нормал. Может быть, остальные на харде открываются. Вот такая вот была Икаруга. Си-с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 и. Вот такие си-си. Difficulty Normal, One Player Arcade. Окей. Еще вдвоем можно, тут правда на одном экране. Так, ребятки. Да, там
25 FPS, про 30 FPS, что ли? Где нужно 25 выставлять? Сейчас сменю описание и дашборд и, наверное, продолжу Dark Watch.